Наушники без проводов с солидной защитой от воды. Сегодня знакомимся с наушниками Ромбика MySound Sport. Комплектация: наушники, зарядный кейс, сменные амбушюры, кабель для зарядки кейса и документация. Наушники и кейс сделаны из глянцевого пластика. Такое решение выглядит дорого, но хорошо собирает царапины и отпечатки пальцев. Внешняя часть каждого наушника получила сенсорную панель с концентрическими кругами. С ее помощью можно отвечать на звонки, ставить музыку на паузу и листать треки. А вот громкость регулируется с подключенного устройства. Еще одна особенность наушников – защита от воды по стандарту IPX7. Они выдержат погружение на глубину до метра продолжительностью до 30 минут. Плавать с ними, разумеется, не стоит, но вот пробежки под дождем или тренировки в зале они переживут. Что касается форм-фактора, это внутриканальная модель. За счет амбушюр наушники крепко фиксируются в ушах и изолируют окружающие шумы. По автономности все солидно. До 6 часов на одном заряде и 18 часов работы вместе с кейсом. Подведем итоги. Это универсальная модель, подходящая для повседневного использования и для тренировок. Все потому, что тут солидная защита от воды. Но учтите, что к сенсорному управлению придется привыкнуть, чтобы не задевать его случайно. Зато не придется вдавливать наушник в ухо.